У улитки виноградной есть такая особенность. У нее одна защитная реакция на все, на стресс. Это взять просто и умереть. То есть больше она никак не защищается. Чтобы у улиток не было стресса, Константин Касич каждый день просыпается в 6 утра, моет, кормит и собирает моллюсков, которые расползаются по стенкам вольера за ночь. Они ночью сбегают, они ночью больше живут, чем днем они спят. Улиточный бизнес помог ветерану АТО начать новую жизнь после демобилизации. В марте 2014 года Костя получил повестку и ушел на фронт. Я осознал, что оставил не маленький бизнес, это группа компаний, то есть это группа. Я очень хорошо зарабатываю. Я принял такое решение. Я не хочу, чтобы русский мир пришел в мой дом, и мои дети жили под бомбежку. Костя родился в семье военнослужащих. Окончил Донецкий военный университет. Затем служил и уволился в звании старшего лейтенанта. О своем решении присоединиться к защитникам Донбасса родителям сказал не сразу. О том, что Костя уже на передовой, мать с отцом узнали, увидев его по телевизору. Мы с папой были удивлены, так как, ну, как бы тогда уже по состоянию здоровья ему нельзя было не воевать. Но он сказал, что он хочет защищать свою родину. Воевал он в 72-й бригаде, которая сейчас известна как бригада черных запорожцев. Это военное соединение с 2014 года прошло достаточно серьезный боевой путь. Защищала Мариуполь и Волноваху, принимала участие в боях на Украино-российской границе, защищала Донецкий аэропорт, освобождала Добробаты из окружения под Иловайском. Это война, ну, страх. Конечно, был страх. Я реально понимал, что да, я могу вернуться, во-первых, не живой, во-вторых, как-то по частям. Самый страшный для Константина бой состоялся под Дмитровкой. Село было ключевой высотой для контроля над приграничной полосой. Без овладения Дмитровкой проводить какие-либо военные операции было невозможно. На момент начала наступления наших воинов село было занято крупными силами противника около 300 человек. Ночной бой был, бой с превосходящими силами противника. Так получилось, что мы остались в окружении, то есть в полном кольце вообще-то. Была полная. Был, походу, выстрел с танка. Дальше я не помню. Очнулся Константин в госпитале. Во всем теле чувствовалась резкая боль. В голове много мыслей, где он, что с ним. Я реально не соображал вообще. Не то, чтобы чуть-чуть, вот от слова совсем. Это была очень тяжелая контузия. То есть она до сих пор не пушит. В голове печаль. Не пушит там псих какой-то, еще что-то нет. Чисто, ну, физически, то есть там что-то сосудами. О том, что сын в госпитале, матери сообщили сразу. В то время она была на работе. Женщина моментально собрала вещи и отправилась к Косте. Приехала в больницу, я даже его не узнала. Я мимо него прошла. Я только услышала его голос: «Мама». Я обернулась, а это мой сын лежит, исхудавший. Белый, бледный. Ну, было тяжело. Начался долгий период реабилитации. Косте приходилось восстанавливаться не только физически, но и психологически. Тогда мужчина не знал, что болит больше – тело или душа. Родные посоветовали обратиться к психологу, потому что видели – Костя очень изменился. Когда Костя пришел с войны, он ночами не спал, он кричал. Первое время очень было тяжело, более жестким стал. Он у нас очень ласковый был сыном. Очень ласковый сын. А здесь у него появилась такая жесткость. Не жестокость, а именно жесткость такая появилась в характере. И, ну, немножечко, конечно, нервный стал. Костя понимал, что дважды в одну реку не войдешь. Жизнь внесла в него свои коррективы. Ему нужно было научиться жить в мирном мире. Признается, что многие привычные вещи для него теперь стали странными и непонятными. Выходишь ты на улицу, и все как-то немножко по-другому. Ну, а очень кто говорил, что, ну, я тебя туда не посылал. И так вот много-много всего она накапливается, знаете, где-то в разговоре с семьей, то есть вот. Ну, допустим, мне там жена говорит: «Ой, блин, я ногу сломала». «Да, ничего, что у меня вот так вот будут пластины». Вот у нее катастрофа, она ногу сломала.
Костя долго адаптировался к новой жизни и искал себя везде, где только мог. Обычно военному и работу предлагали соответствующую, например, инструктором по рукопашному бою с антидиверсионной подготовки. А ему хотелось во что бы то ни стало уйти от военной тематики. Ему не хотелось бередить душу воспоминаниями. Ни одного напоминания о войне. Я когда к ребятам захожу, у них там замешаны фотографии. Да, фотографии – это память какая-то. Флаги какие-то, гези, там еще чего-то. Там песни они слушают, там «Я убил сепаратистов». Ну, ребят, блин, знаете, мне не надо никакие флаги, мне не надо гези. Я знаю, что такое осколок от града. Осколок от АГС у меня, он в ноге. Я не забуду, когда я стоял на мине. Я не забуду этого, мне напоминать, не надо напоминать себе об этом. За помощью Константин обратился в Центр участников помощи АТО. Там познакомился с волонтером Ольгой Луговой, которая придумала, как помочь Константину адаптироваться. Нужна была сумасшедшая идея, которая увлечет, которая завлечет. И я, Костя, не первый был, кому я предлагала именно улиточный бизнес. Это достаточно легко с точки зрения входа в бизнес. Не такой высокий порог денежный, не такой высокий трудозатратный порог. Кто-то смеялся, посмеялся, не получится. А Костик очень так, улитки, хорошо, все. Ольга вспоминает, как только они обсудили эту идею, на следующий же день Костя вручил ей лопату и сообщил, что они идут строить вольер. Приехали сюда, начали копать. Все. Моментально. То есть у Костя, конечно, это вот ураган, он быстрый на подъем, он очень принимает решения. Но это для многих ребят, кто вернулся с войны, это свойственно. Быстрое принятие решений. Мне было интересно его чем-то завлечь, вытащить из вот этого. Вот я несчастный. Родители очень обрадовались, что у сына появилось новое увлечение. Они пока еще не понимали, как улиточный бизнес будет приносить прибыль. Но больше всего им нравилось, что Костя счастлив. Мы сказали, да, занимайся. Занимайся, это нужно, если тебе это поможет. У него появилась, как вам сказать, цель в жизни. Вот когда мальчики приходят с войны, они приходят опустошенные. Потому что кроме смертей они там ничего не видели. И к нашей, к мирной жизни им очень трудно приспосабливаться. Очень трудно. Это я знаю по Косте. Было очень трудно с ним. И он очень трудно именно входил в эту колею. Вот уже в мирную жизнь он очень трудно входил. А появились равлыки. И он отошел, он как бы расцвел, он новую жизнь начал после войны. Сказал мне кто-то 5 лет или 6 назад, что буду разводить и улетать. Да у меня ребята, с которыми воевал, говорят, косичи и улитки, Да, это приносит туда. И вообще, дело, которым ты занимаешься, ты его должен любить. Костя набрал команду и распределил между всеми обязанности, поделил зоны ответственности. Константин составляет планы, договаривается с партнерами, а главное – отвечает за выращивание моллюсков. Ольга осваивает рецепты блюд из улиток. Вячеслав Белостоцкий отвечает за вольеры. У Вячеслава, бывшего бойца 95-й бригады, из-за последствий тяжелых ранений с работой были проблемы. А теперь он рад, что его умение мастерить пригодилось на необычной ферме. Він запропонував йти до нього, працювати з ним. Костя предложил работать с ним. Интересная идея, интересное дело. Почему бы и нет? Бизнес такой. О нем говорят мало, и он очень интересный. Приходишь, видишь этих улиток, к которым с детства привык. Они просто ползали, а теперь можно развивать бизнес. Улитки, яких привык с детства, бачити, просто ползали вони. И тут ты дізнаєшся, що з них можна робити бізнес. Костя говорит, что о всех особенностях обращения с улитками узнавали из интернета. Много читали, интересовались практикой успешных зарубежных фермеров. Выяснили, что конструкция должна быть устойчивой и качественной, чтобы обезопасить от хищников. Максимально вольер защищен от естественных врагов, кротов, там, клещей всяких и птиц. То есть, от птиц это сверху,
плюс тень от кротов, всякое остальное, то, что ползает под землей, там ежиков, это металлическое железо, мы вкопаем на 40 сантиметров вниз. Костя говорит, что улиток уже заказывает Европа, там это не деликатес, а просто здоровая еда и выбор многих. Высокое содержание в нем минеральных солей и железа полезно в период беременности и выкармливания ребенка. Поскольку мясо улиток практически не содержит жира, оно полезно для тех, кто страдает заболеваниями печени, атеросклерозом и ожирением. У меня это продукт без химии. Это чистый белок. Пока Константин рассказывает о своих питомцах, мама на кухне разогревает изысканное блюдо – эскарго. Эскарго считается деликатесом. Его включили в свое меню дорогие французские рестораны, а в качестве закуски к белому вину оно подается на банкетах и приемах. А у Константина его можно найти в холодильнике и в сыром, и в замороженном виде. Кроме виноградной улитки, есть у Кости и охотины. Их не едят. Экстракт этих моллюсков Костя и компания планируют использовать в косметологии, как средство от растяжек, морщин, шрамов, особенно послеожоговых. Но кроме всех этих полезностей, все эти моллюски успокаивают нервную систему и помогают прийти в себя. Ну, тебя что-то в этой жизни расстроило. Берешь эту улитку, садишься, то есть смотришь за ней, наблюдаешь. Это очень сильно успокаивает. Это, во-первых, оно успокаивает. Во-вторых, оно тебе делает массаж. То есть, если вы заметили, у меня тут, в принципе, кожа-то она относительно нежная. А еще Константин мечтает открыть экоферму, потому что ему это интересно и прибыльно. Вообще мне очень хочется уехать в село, куда-то далеко. Выращивал бы чего-нибудь, там свиней, гусей, коров. Говорит, что животные, птицы, моллюски – лучшие психологи. А еще если это превратить в бизнес, то и доход немаленький. Если вы не бизнесмен, говорит Костя, то заведите себе, например, четвероногого друга. Ведь животные – прекрасные врачи. А после соответствующей дрессировки способны даже вытащить человека из депрессии. Собака-улыбака, если бы она еще в 6 утра не будила и не жрала дорогую обувь, то вообще было все прекрасно. Да, это реабилитолог вообще самый лучший.